Всем привет! И с вами я, Тень, и сегодня я тестирую Моргану в игре Pixelgun 3D. Но сначала не забудьте подписаться на мой канал, а также не забудьте поставить лайк под это видео. Если честно, Джордан преуспел и создал лучшую снайперку в игре Pixelgun 3D. Один выстрел, один труп, а если в голову, полный хедшот. То есть, труп. Не, я на полном серьезе. К тому же и стены пробивает, и прыжок блокирует. Лучшая снайперка. Хотя, когда я тестировал снайперского братана еще в прошлом видео, то он показал, на что он способен. Конечно же, можно сказать, он превосходит Моргану. Конечно же, не по всем характеристикам. Да, он не может убить с одного выстрела. Однако у него хорошая скорострельность, много патронов, удобный прицел. Ну и у Моргана тоже неплохой прицел. Конечно же, стену он не пробивает, но позволяет пробивать сразу несколько врагов. Ну и кровотечение может добить, поэтому опасное оружие, если честно. Но и Моргана стоит бояться, так как если вы попадете по врагу, то тогда он какое-то время не сможет прыгать. И вы его, естественно, можете добить той же Морганой или другим оружием. Ну а если на Моргану поставить соответствующие модули, которые обеспечат вам Оракула, то тогда все, кирдык врагу из-за стены. Он даже не заподозрит, откуда вы стреляли. Ну что ж, я думаю, что этого короткого видео достаточно для того, чтобы показать всю мощь Морганы. Ну а я также благодарю за просмотр этого видео. Не забывайте ставить свои лайки, а также не забывайте подписываться на мой канал.